Сегодня вопросы задают не они, а им. Педагогический совет в формате деловой игры для учителей из 7-й гимназии – событие уже традиционное. Последние пару лет актуальные проблемы системы образования они обсуждают на выезде. Пока география их поездок ограничивается городским округом, большие Вязёмы, Одинцово, Кубинка. Перемена мест способствует не только благоприятному климату в коллективе, но и профессиональному росту педагогов. Это помогает коллективу сплотиться, это помогает коллективу почувствовать себя в какой-то другой, может быть, неординарной обстановке и, соответственно, пробуждает новые способности, новые возможности, новый потенциал. Деловую игру педагоги начали с блиц-опроса, передохнули на ребусах и перешли к пантомиме. Звезда написала. Вечный спор между гуманитариями и технарями забыт. Учителя физики и русского языка, математики и истории в одной команде борются за победу. Хотя она здесь совсем не главная. Помогает нам, опять же, рассуждать, коллективно обсуждать. И учителя сидят, все увидели, что у нас в команде как бы и филологи, и математики, и я социальный педагог. То есть у нас идет объединение, которое складывается, конечно, хорошо, на учениках, потом и на работе на нашей, на общей. Необычный подход к педсоветам не только сказался на работе учителей, но и отразился на школьниках. За последние годы победителей различных интеллектуальных соревнований в образовательном учреждении стало значительно больше. Мы видим результат, потому что растет количество обучающихся, участвующих в самых различных испытаниях, олимпиадах, соревнованиях, творческих конкурсах уровня и международного. Наши ребята выезжают уже второй год подряд на международную конференцию «Старт науки», которая проводится в городе Сочи. Сначала в Москве, потом в Сочи проводится. Это и победители регионального этапа олимпиад. Но не только деловой игрой были увлечены учителя 7-й гимназии на педсовете. Его важная часть – обсуждение послания президента России и обращение губернатора Московской области. В этом году систему образования ожидают существенные изменения. Педагогам придется на местах притворять их в жизнь. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».